Место нашел. Как хотелось мне вот на в лесочке каком-то таком вот поуютнее встать. Не на поле, а вот здесь вот. Вот нашел столик. Довольно-таки чистое место. Летом здесь купаются, наверное. Мишень висит на дереве. Немножко выходить неудобно, но это мелочь. Буду обед готовить обед. Вот так вот немножко обустроился здесь. Хорошо, хоть здесь столик, лавочки. Сейчас кипячую воду. Обедаю, посижу немножко дальше поеду. Ну, часиков сегодня, наверное, до 5, да. Максимум до 6, потому что в 7 уже темно будет. Уже день-то короток. Сентябрь, конец сентября. Так что придется вставать на стоянку где-то часов в 5. Ну, чтобы поставить по светлому палатку, там все. По возможности, конечно, найти хорошее место. Ну тут меня что-то, ну так вот, более-менее место такое симпатичное. Сказать, что прям совсем чисто, ну нормально. Здесь как-то лавочки сделали коротенькие, зарос. Мы все когда-нибудь умрем за наследный пивной ларек, ПГТ или микрорайон, и наблюдая рагнарёк из долины Армагеддон, мы будем ставлено кекать и вновь ничего не поймем. Мы лишь бездарная перка. Включил приемник радио. Так вот повеселее. Я макарон более много сварил. Блин, ветер холодный. Надо будет доставать курточку. Так вот холодно уже. Может, задувает. Чё он поет какой-то дурь, блядь, а? О чем поет, блядь? Потому что первый отрезок сделал, ну, нормально. Красивая речка. Национальная служба новостей. Новости не знают границ. По течению, но гораздо быстрее течение, чем Киржачи и Шернии. Она глубже. В района Курской области удалось найти 268 человек, 118 из них искали родственники. Такие данные привел глава региона Алексей Смирнов. В телеграм-канале губернатор также написал, что с начала августа в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений. Блин, что это не хочется это слушать, нахуй. Глава Курской области отметил, что все заявки принимаются и рассматриваются индивидуально. Между тем, инициатива цифровых платформ и портала госуслуг дала возможность жителям Курской области получить помощь на сумму порядка 500 миллионов рублей. Люди приобретали товары первой необходимости за счет бонусов, баллов и сертификатов. В числе товаров первой необходимости – продукты питания, бытовая техника, посуда, инструменты для ремонта, одежда и домашний текстиль. Как сообщает телеграм-канал Минцифры, в рамках акции различные инструменты... Ох,
Нахрен. Пришел я в тишине посидеть. Надоело там вот рекламу, война. Просто в лесу не хочется все это слушать. Дома все это надоедает. Весь этот негатив. Все это. Я вообще музыку не люблю в лесу слушать. И так вот, ну, бывает. Когда вот вечерком так, ну, полчаса, часик послушаешь приемник, так вроде. Ну, мулит, он мулит так вроде как бы, ну. Чтобы тихо, чтобы тихо не было бы, что ли. Лепушка там кротик съесть, вот что, чтобы посытнее было. В общем, сегодня, как я и хотел попасть больше всего в эту часовню посмотреть. Хотел зайти в церковь, но она, к сожалению, закрыта была почему-то. Прогулялся хорошо, все нормально. Чуть в болоте не утонул. Болото там знатно. Я шаг сделал, мне прям начал за сапог один утянуло. Я раз, еле-еле, с трудом оттуда. Прямо только-только наступил. Потом нашел кол, попробовал. Где-то почти срос мой. Туда ушел полностью. Я даже до дна, ну, не до, до дна не достал. Сейчас, если бы еще шаг бы я сделал бы, два, все, бы я еще туда бы нырнул бы, нахуй, и все. У меня без приключений не бывает. В запарике яички покрошил. За собой дом, ну, дома с собой сварил. Покрошил. Совсем другое дело. Совсем другой вкус. Вот. Филигранно я уделал две пачки ДПшек. Оба! На! Вот так. Сразу же какой-то такой прилив сил, настроения, когда покушаешь. Ну вот, все. Сейчас буду потихоньку собираться. Хорошо. Что-то как-то ветер стих. Одна приятность. Что, все, собрался я, пообедал. Силушек немножко прибавилось. Что так от души поел, неплохо. Так, яичко, ну, вермишельки, этот БПшки с яичком. Курочку, бедрышко. Так, чайку тут с карамелькой. Неплохое это место, хорошее. Хотя здесь, ну, проездной двор здесь, машина проезжает, видно. Там дальше сходил, там хороший стан, бревнышки, там тоже столик. Печка стоит такая, ну, чтобы там, так, ну, как бы, типа, наподобие печки там готовить, что ли. В общем, так, если бы не дальше, я здесь встал бы здесь бы. Не знаю, как дальше. Но время 2:30. Можно еще 2 часа спокойно идти по реке. Вот.
здесь вставать. Ну просто рано еще. Ну что тут я? Смысла нет. Просто пойду дальше. Ну вот снова на воде. Потихоньку идем. Уже после обеда что-то нифига не хочется ничего делать. Не грести ничего, хочется поваляться часик. Блин, ветер. Забыл я ветрозащиту на камеру. Будет, наверное, черти что. Thank you.
Вечно уже стал опасаться таких мест, потому что впереди бывает непредсказуемая хрень. Торчат коряги. Ну, здесь нормально, здесь вполне проходимо. Здесь вполне проходимо. Тут старый мост какой-то. Я про него смотрел, вон там даже фундамент остался. Я про него смотрел на ютубе. Ну, не помню, что за ролик парень, вот раз, ну, тоже здесь проходил, рассказывал про это место. Метрика 2 я прошел еще вот после последнего включения. Итак, ну не спеша иду. Речка не меняется, ну имеется, ну также все по обоим берегам обрывисто. Леса нету, от слова совсем. Какие-то посадки есть. И выйти на, ну, невозможно. Какая-то населенка там, не знаю. Там какой-то завод, там непонятно чего. Мост впереди. Практически 4 часа. Эти трубы здесь хрен поймешь, что это такое, блядь. Пойду-ка я тебя с правой стороны. Это стрёмный мосточек. Солнышко в глазья, ничего не видно. Там какой-то штырь торчит. Или веревка, непонятно. И через часов надо уже будет мне искать стоянку. Со стоянками здесь вообще беда. Полдня прошел. Леса вообще нет, слова совсем было. Ну только вот я вставал на обед, но там не лес, а такой какой-то такая перелесок небольшой. И после него не, вообще одни поля, поля и все, ну леса нету. И вняку встречается по берегам, а так вот голо. И обрывистые берега. Место-то я найду, если не будет леса, где-нибудь в поле переночуем. Правда, костр, ну, без костра придется, скучновато без костра. Когда лес, там и тише, и костер, ну, вообще тепло, посушиться там. Прошел еще 3 километра где-то к утрешке, да. Выходов на берег нет. Леса нет.
Ну, он есть, вон там вдали виднеется лесок. Но. Это не лес, а так какое-то недоразумение. Какое-то недоразумение. Кажется, что горит рубашка, но на самом деле я сушу ее. Ребят, некогда было мне снимать. В общем, в последний тут, ну, остался мне час до темноты. Я тут ставил палатку, варил еду. Дрова тут нашел, старые доски. Это вот какая-то тут наподобие дачи, что ли, тут несколько домов. Мне хозяин разрешил тут несколько досок сжечь, я сижу, вот, жгу. Дубин лютый, передает, короче, до минус 3 ночью. Но думаю, что я переживу как-нибудь. Спальник у меня более-менее вроде. Надеюсь, я ночью тут переживу.
посушил все вещи, рубашку тут, кофту, сапоги немножко тут, ну все, в общем, все высушил. Самое главное. У костра тепло, а так чуть отойдешь, дубак вообще лютейший. Повадка у меня вся в инии, байдарка вся, вся льдом покрылась, вообще, блин, кошмар. С утра будет, наверное, капитально все замерзнет. Дров у меня еще тут много, оставлю на утро. Что чувствую, я встану, наверное, рано. Надо костров будет пожечь, с утра погреться, часик. И собираться. Вот такие дела. В общем, поужинал я. Сейчас еще посижу где-то минут 15-20 и пойду на боковую. Все, давайте, до завтра. Всем доброе утро. Как говорят, утро добрым не бывает, да? Время где-то 17:30. Туман. Я ходил за водой. Ну, спал хорошо. Да, где-то часиков 5 поспал точно. Не замерз. Потому что брал с собой хорошее термобелье, хороший спальник. На улице заморозки. Вода, вся трава белая. В общем, набрал воды, сейчас буду потихоньку выбирать снаряжение, ну, варить, кушать. И где-нибудь, думаю, часов-то к 9 на воде надо быть уже. Так что вот такие пирожки. Еще раз всем с добрым утром, ребятки. Время без 3:06. Я тут развел кострик, пытаюсь согреться. В общем, ночь нормально провел. Повадка себя белая, блин, все в инии. Что-то как-то прям резко заморозки пошли. До 20 сентября было тепло. И как-то прям вот погода, потом ветер поменялся. И погода сменилась. Прохладнее стало. Ну и ночами прям был вообще лютый дубень такой. А вот первые несколько дней вот уже заморозки. Сейчас покажу, какой рассвет на речке.
вещаю из избушки. Время 7:00. Смотрел я тут кашу себе какой-то. Ах, кайф, тепленькая. Ну, как я и сказал, поспал я нормально, костерчик жег. Ну, то есть у меня вот костер горит. Тут как-то прям хорошо, тут столик, лавочки. Это пылище здесь, блин, у меня здесь все вещи пыльные. Ну, хорошо. О, батарейка что-то тут. Хозяин мне тут разрешил, вроде все тут. Досточки этот оторвал, тут, ну, тут старый какой-то сарай или туалет, не поймешь. В общем, дров хватило с избытком, тут даже осталось. Буду есть кашу, завтракать. Ну, хотел там встать. Парня встретил рыбака, он говорит, там пляж. Так мне хотелось там вставать, там, ну, голое поле, ивняк. Сейчас бы не было ни костра, бы ничего, я сейчас сырой был бы. А мне как-то вот душа лежала дальше ехать. Пирожок за ночь. Задубел. Ну, туда вот пришел, хорошо. Сейчас позавтракаю. Солнышко зашло, сейчас уже солнышко, обогреватель зашел. Сейчас байдарка у меня уже оттаяла. Это льда. В животе зашумело, хорошо. Здесь где-то он сказал, в 2 километрах есть, ну, мост там вот, и уже, ну, это кольцо большое. Можно там выйти. Но это будет где-то, если 2 километра, это я приду рано, я дальше пойду. Где-то часам 12 к часу надо искать, вот будет населенку такую, деревню. Потом там, ну, сушиться, все, собираться, такси вызывать и в сторону платформы. Блин, всю одежду я высушил, все, и брюки у меня были сырые, рубашка была сырая, все. Под вонище дымом, блин, я как копченый, блин, лещ воняю. Ну и ладно. Буду завтракать дальше. Это он у меня костерочек. Догорает тут. Вон. Байдарка уже оттаяла практически. Я на солнышко ее поставил. Вот, все так тут выглядит у меня. Солнышко вон уже зашло. Тепло. На солнышке прям моментально становится тепло. Это сыроюшка такая интересная. Это хорошо, что сюда вот ее поставили. Прям отлично. Что, ребятишечки. Все, тут, в общем, я собрался. Все вещи отнес уже на речку. Остался тут у меня чай, тут какие-то мелочи. Герма. Костер не стал заливать, потому что здесь, ну, вроде как он уже дошаивает. Не буду. Тлеет, а тут ничего такого не загорится. Вот тут вот. Спасибо хозяину за то, что он разрешил мне здесь встать. Вот. Ну вот и за эту избушечку. Хорошая такая избушка. Я здесь, ну, оставлял все вещи на ночь. Здесь все снаряжение у меня здесь было. Спасибо за дрова, кто оставил. В общем, с утра был лютый дубень. Все было белое, а сейчас он, солнышко зашло. Буквально какой-то там полчаса, минут 40. Все. Трава вот на обочине уже вся высохла. Стало очень тепло. Ну, это к лучшему.
А мне пора идти. Часика 3, наверное, 4 я еще сегодня погребу. А там посмотрим, как фишка ляжет. Так, ну что? Что? Время 8:35, я на воде. Сегодня я пораньше, чем вчера. 8:35, а жарит. Жарит вообще ужасно прям. Вроде бы все забрал. Все забрал. Если не забрал, ну и ладно. Вот сейчас плохая примета. Где-то здесь сказал. В принципе, он, я слышал, уже шумит там, там этот, развязка. Мост, а это хрен знает. Как правильно назвать-то, блин. Короче, мост там. Я слышу, что там адский шум идет. Времени у меня сегодня предостаточно. Так, 3 часа. 15 км бы пройти, бы больше бы, наверное, не надо. Я торопиться не буду. Я некуда торопиться. Жарит прилично, тепло. С утра все было в ине, заморозки. У меня вода-то не замерзла в бутылке, а кружку вот там вот немножко оставалось на донышке. Лед был, вот байдарка вся была во льду. Хорошо, что я догадался ее на пляж вытащил. Вон, если видно, вон осталась позади моя избушка. Все, до свидания, избушечка. Спасибо вам. Спасибо за гостеприимство. Мы войдем дальше. Ну, в общем, благодаря тому, что я вышел вот здесь, и мужчина вот этот мне сказал, там про дрова, но тут были немного в избушке. Я вчера высушил всю одежду. Вот сейчас вот я еду, у меня рубашка сухая, кофта сухая там была. Все, у меня все высушил. Вот до стелек и носков. Что сказать, по вчерашнему сплаву речка намного глубже, быстрее по течению. Но за весь вчерашний день, что я прошел с 10 часов до 6 вечера, вообще не было стоянок. Просто нету. Леса нет от слова совсем. Вот было место там, где я обедаю, но это не лесо, это какой-то перелесок. Стоянка такая более-менее, останавливаться там можно. Потом встречались пляжи, но опять же, там не было ни дров, ничего на этих стоянках. Ну, там, да, встречались какие-то скамеечки были. Блин, что-то меня крутит. Почему меня крутит? Я так и не понял. В общем, что хотел забыть, что сказать. А, ну да, со стоянками здесь просто беда. Если кто-то пойдет по ширине, вот после Курбатова, если кто-то пойдет, со стоянками здесь бедово. Дров — беда. Выход на берег — беда. Берега везде обрывистые. Блять, вот я ж... Ой, прости, что ругаюсь. Шов. Вот сейчас как мы идем, да, вот в основном вот такие берега. Выйти тяжело. И везде поля, в общем, поля. Стоянок-то как таких таковых нет. Я не знаю, как там, ну, вот, дальше пойдет она, может быть, лучше. Потому что все-таки черная большая речка.
повторю, что я хотел, ну, план у меня был, я рассчитывал до Ногинска идти, но до Ногинска это нужно 3 дня. А 3 дней у меня нет, мне надо сегодня возвращаться домой уже. Мне можно было, конечно, одному, мне что-то как-то неповадно, что ли. Одному мне неповадно. Как неповадно? В принципе, я, ну, по здоровью я как-то не актив у меня в последнее время, вы знаете. Поэтому я побздюкиваю один. В общем, день хороший сегодня. Солнечно, хорошо. На воде прохладно. Такой какой-то ветерочек обдувает прохладненький. Вчера в рубашке, что вот сегодня лишь шелков поддеть. А то как тут, ну, задувает за шиворот. Вчера шел весь день как-то, ну, не то чтобы холодно, а вот это мутище, ё-моё, ребятки, смотрите, какой омут. Вот это мутище. В общем, знаете что, ребята, вчера я шел, к вечеру солнышко было мне в лицо, вот эти очки, они просто беспонтовые. Я в них ничего не вижу. Солнце. Ну, заказывайте очки на Алиэкспресс. Будь там они там не-то бренды Дайва и так далее. Покупайте лучше качественные, дорогие очки. Если, ну, вот я купил дешевые, кстати, вот дешевые, недорогие, что-то в районе как рубля, там что ли, полутора. Покупайте хорошие очки позиционные. Да, вот это омут был. Омут полетела. Ну, пока вот так. Если что еще, я включусь. А пока я сегодня вот с пультом с таким. Нажимаешь так. Блин, как же я не люблю вот такие места. Старый мост. Какой-то долбоебический, блин. По-моему, мосты только у нас, только у нас такие мосты ставят. Ну. Ну, спокойно проходим место, блин. Спокойно проходим. Какие-то кусты залезли, блин. Это уже скоро Московское большое кольцо. Да.
стримы, блядь. Добрый, сейчас поклевывает рыбка, че? Вот, я только подъехал. Ясно. С утра ловил, чуть-чуть поймал. С утра там вот я в деревне стоял, в голавле гонял, что творил, бля. Я уже пожалел с собой, что спиннинг не взял, на. Дело. Московское большое кольцо. Мост. Где-то от того места я час шел. 5 км получается примерно. Выйти есть где? С обоих сторон можно выйти. Как бы чача такая здесь, грязь. Но выйти можно. Ну вот все, прошли Московское большое кольцо. Блин, надо мне было бы выйти, конечно, ну ладно. Московское большое кольцо — это хорошо, но мне что-то надо по-маленькому было. Ну ладно, выйду попозже. Вылез я тут посмотреть. Походу дело какое-то здесь, то ли дом отдыха, то ли чего, непонятно. Красивое место, пейзажное. Вот. А там Московское большое кольцо, трасса. Шумно здесь ужасно. Ну там если видно, ну на камеру не видно. А дальше какая-то он церковь, он колокольню вижу. Хотел тут пройтись, но, наверное, не пойду, потому что
Здесь все равно все в, заб... ну, в заборе, граждено здесь. Мне нечего тут делать, собственно. Пойду дальше. Но место хорошее. Здесь для купания, конечно, летом. Просто красивое место. Пляж, песок. Выход хороший. Вот первое место, за первый, первый раз я вышел на такое место, где есть, ну, такой здесь лесок. Да, сосновый. Хороший пляж большой. А то все берега-то обрывистые. Вот, так что тут хорошо летом-то купаться. Единственное, конечно, здесь шумно. Машины очень сильно шумят. Тут трасса оживленная, все и... Но живописно. Моя лодка ждет меня. Пойду я дальше. Свое время, зима и весна. Каждой звезде свой небо кусок, каждому полю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке палку и кости, каждому волку трубы из вас. Снова за окнами белый день, называет меня на бой, и я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войну. Издалека видал тут церковь, вот колокольчик, должна вот она появиться. Вот она. Не знаю, на камеру видно или нет. Да видно, наверное. Надо, зараза, выйти пусть. Хотя что-то будет все равно не видно. На аппарат-то будет не... Ой, на телефон-то будет не видно. Какая-то колокольня. Не знаю, как она называется, но сейчас на карту глянуть бы. Если я не забуду, я название прикреплю в видео. На видео, да. Был тут один отрезок хороший, красивый, пейзажный такой лес прямо. Тут после Московского кольца, после моста, прям где-то с полкилометра такой прям лес. Красиво, пейзажно было. А сейчас снова вот прям, ну, поля. Пошли. И обрывистые берега. Где-то я около 2 часов на воде. Время. О, если видно на камеру, вот она. Это церковь. Неплохо было бы там выйти, было. Не знаю, получится или нет. А так бы посмотреть бы. Зайти. Так интересно, такой затишочек был, я сейчас шел. Ни витринки. Вообще прям ветра не было. А сейчас вот снова. Погода такая же, как вчера.
такой же. А тем временем еще осень-то, конечно, уже скупила свои права, но еще не все пожелтело. Вот нивы зеленые. Эти вот пожелтели березы, осины, они вот уже даже практически некоторые уже облетели. А вот обратил внимание, дуб, да. А вот, допустим, вот ольха, осина, вон. Зеленые еще. Береза мне кое-где еще бывает. Только начала зеленеть он. Сейчас в октябре, конечно, да, уже будет. Здесь далеко, конечно. Скорее всего, я не смогу туда пройти. Хотя кто знает, речка-то она петляет тут. Может быть, и подойду. В общем, тут узнал я у местного рыбака. Село это называется Филипповское. Филипповская, Васюки. В общем, Филипповская. Как я тут, тут вылазил я на берег, но там забор, не пройдешь. Какую-то эту засаду приплыл. Тут, здесь старый мост, блядь. Не знаю, пройду я его здесь или нет. Это мне кажется, что нет. Нет, неужели я не пройду здесь, а? Не, не пройду, наверное. Нет. Блять, что-то меня крутануло так нехорошо. Ну что орать-то, блин? Мария. Посмотрим правее, как там. Наверное, придется обноситься, ребята. Наверное, придется обноситься, блядь. Я извиняюсь, что я там убрал доски. Мне надо пройти, ребята. Вы меня уж извиняйте. Мне тут не обнестись просто. Нет, я смог бы, конечно бы смог бы обнестись. Но смог бы я обнестись, конечно бы. Но просто бы, знаете, потихоньку мне надо пройти, иначе я здесь просто не загрузился бы я. Вы уж там потом наладите. Доски я там кинул рядом. Ради бога, извините меня. Такие ситуации бывают. Если бы они были бы прибиты, мне было бы немножко бы посложнее. Блин, солнце такое яркое, прям вообще на тенек уйти. Здесь хорошо, прохлада.
впереди сваи старого моста. Мостов здесь много. Все, что, ну, вернее, не мосты, а все, что от них осталось. Когда-то здесь был мост, да. Когда-то здесь был мост. А теперь трухлявый хвост. Пошел странно, блядь. Все, сука, зеленый, блядь. Солнышко в лицо, ничего не вижу, на. Солнце прям глаза на. Сука, от этих очков вообще, что они есть, что их нет. Вот еще залом. Где проходить-то, бля? Еле-еле нашел я место, чтобы вылезти. Деревня Дворище. Деревня Дворище. Перекушу сейчас здесь немножко. Здесь тенечек, хорошее место такое. Кораблик мой тут. Буду кушать я, короче. Thank you.
общем, я тут сходил в деревню Буяни. Говорят, где-то есть пляж, я сейчас выйду там, вызову такси. Тут есть речка Мележа где-то, говорят. Сейчас посмотрим, где она. Я про нее читал. Читал, смотрел. А вот она, речка Мележа. Все-таки я даже, вот я про нее на карте смотрел по ней. Вот она. Речка Мележа. Маленькая такая речушечка. Ладно, пойдем. Мне некогда. Сказали, в общем-то, где-то метров 200-300 и пляж будет. Здесь 200 метров. Хороший здесь выход. Смотрю. Хороший пляж. В общем, выходить буду здесь. Все. Сплав по реке Шерна я закончил. Вот и все. Выхожу здесь. Ура! 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 Когда я кричу эти слова, когда завершаю сплав. Ну вот и все, ребята. Вот и все. Вот и все. Теперь осталось вызвать такси. И ехать домой. Что, други, все, собрался я. В общем, время 4 часа, прокнетелился долго я, на 2 часа. Ну, тут варил обед я, правда. Разбирал тут все, тут тележку, все очень долго, канители много. В общем, доехал я до деревни Буяны. Сплав Шерна, Курбатова, Буяны. И тут мост. Сейчас пойду в сторону деревни, там узнаю номер такси, закажу и до Киржача поеду. В общем, второй раз я сплавляться здесь не буду. Буду сплавляться только по Могче до Курбатова. Эта речка меня совершенно не вдохновила. Нет, так-то она, конечно, красивая река, все, ну, берега вообще голые. Мне как-то больше люблю, больше, ну, лесные речки. Типа Киржач, вот, типа Пра, Гусь, вот такие речки, ну, чтобы, ну, лесные. И второе плохо. Практически нет на всем маршруте. Не было выхода на берег. Везде обрывистые берега. Блин, ну вот единственное, только вот где-то, может быть, в деревне какой-то. Вчера сносило нашел место. В общем, такие пироги. Конечно, загадывать не буду. Может быть, потянет, ну, еще раз пройдусь. Но в следующий раз только если до Ногинска, вот там, ну это на следующий год уже. А так все. Ну что, пойду я. Всего доброго вам. Дай вам Бог здоровья всем. Удачи. Чарует даль туманами седыми,
Сижу, мечтая у теплого костра, тихонько шепчет с травами густыми, и веет холодом безлюдная шарма. Огонь мерцает, нежит жаром, беседа делится со мной наедине, и замерев, поддавшись этим чарам, я внемлю сердцем дивной тишине. Лишь ветка треснет, хрустнет где-то, пройдется сумрак, словно рысь, далекий омут упадет комета, метнется птица в призрачную высь. Закат украсил небо вязью алой, темнеет, скоро ночь придет, и в облаках свинцовых день усталый, во тьме исчезнет, до утра уснет.